Всем привет, с вами Эльфаночка, и в этом видео мы с вами поиграем в игру под названием «Остров катастрофы». Погнали! Смотрите, там у людей уже происходит катастрофа, судя по всему, извержение вулкана. И мы тут пока ждем еще 15 секунд, а потом нас присоединят к следующему раунду. Так, все, сейчас начнется новый раунд. Давайте выберем катастрофу, какие тут есть. Так, место запуска, вот такой-то. Ну, давайте вот это вот выберем. Я пока не знаю, что там будет, но давайте просто в это выберем, и все. Так, загрузка карты, выбранная военная база. А, вот так, ух ты. Все, мы оказались на вот этой карте. И смотрите, что у нас тут есть. Мы можем залезть вот на эту вышку. Я не знаю, стоит ли на нее сейчас залезать или нет. Просто может быть такая катастрофа, что нам скажут, слезайте с таких вот объектов, а мы уже слезть не слезем. Ну или слезем, но придется очень осторожно, потому что если мы тут падаем, то у нас тоже снимается здоровье. А здоровье терять как-то не хочется. Также мы тут за... Опа! О! Нет, все, не надо было... Зачем мы сюда полезли? Вот зачем мы сюда полезли? Не надо было сюда вообще лезть. Ну давайте не будем, наверное, спрыгивать отсюда на крайний случай. Может, тут продержимся, конечно. Не знаю. Но минуту тут продержаться будет сложно. Вот, смотрите, как нас прям пинает прям вообще. Что происходит? Что происходит? А, мне еще монетки дают за выживание. Хорошо. Пока что держимся. Пока эта штука не падает. Не падай. Алло, не надо. Не надо падать, пожалуйста. Все хорошо. Хорошо. Пока что мы держимся, и все у нас замечательно. Ну, немножечко трясет. А так ничего страшного. И мы упали, но мы выжили все равно. Хорошо. У нас, конечно, очень мало здоровья. Ой, смотрите, ребята, она рушится. Она вот прям вот так вот обалдеть. Хорошо, что у нас удалось оттуда выбраться, а то бы нам, наверное, триндец был. Ой, тут все разрушено уже. Ну, разумеется, землетрясение такое было. Конечно, тут все разрушилось уже. А! Нет, 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 ну я не дожила. Как? Я куда-то упала. Давайте в качестве призрака, что ли, вернемся. Так, вот просто побегаем тут с людьми тоже. Обалдеть! Это ж как-то... Это как я провалилась сквозь землю, что ли? Видимо, да. Ну, не повезло, конечно, жалко. Но ничего страшного. Я просто куда-то провалилась под воду прям вот там. Вот сюда я как раз провалилась, и все. А у меня тоже здоровье снимается даже в роли призрака? В смысле? Ну, ладно. Так, закрываем. Хорошо. Теперь у нас тут еще какие-то карты. Так, смотрим, что тут у нас. Классический особняк, блок си авто и школа. Давайте вот за это проголосуем. Так, у меня 180 монеток. Из предметов мы ничего купить, видимо, не можем пока что. Нам не хватает. Катастрофы, мы тут их можем покупать за монетки. Мне пока тоже ни на что не хватает. Надо поднакопить, тогда сможем купить. Так, катастрофа приближается, а я куда-то зашла вообще, не знаю, куда... Я где я? Как мне выбраться-то отсюда? А! А, помогите, люди! Люди, спасите меня, я где-то застряла. А, все нормально, я уже думала, я застряла. Что за катастрофа у нас будет? Вот просто реально интересно, что у нас будет? Кислотный дождь! А, кислотный дождь! Где? Давайте спрячемся где-то, ну точно не на втором этаже. Это если прятаться, то надо на первую. Давайте вот здесь вот в офисе посидим. Нет, нет, стоп. Вот сюда вот за компьютер сядем, смотрите, все. Сидим за компьютером, смотрим, не знаю, видосики там какие-нибудь по ютубу, пока идет какой-то кислотный дождь. И у нас пока что... Мы живем, у нас все хорошо. Вон там люди тоже прыгают что-то там. Ну ладно, у нас все с вами хорошо. Мы тут просто сидим, кайфуем. Нам кайфовенько прям. Такс. Давайте походим, что ли, а то что нам сидеть-то? Опа-на, тут уже все поломалось, разрушилось. Так, у людей, у некоторых, вот тут у девочки очень мало здоровья. Давайте сюда, наверное, побежим, тут прям самое безопасное место такое. Ой, смотрите, тут еще есть принтер, это чтобы печатать что-то. Тут у нас есть компьютер наш и бумажки какие-то, да документики какие-то, я не знаю. Документики, наверное, да? Хорошо. Опа-на, ребята! Ой-ой-ой. А. В смысле? В смысле, у меня здоровье снимается почему-то. А, да, там открыто уже все. Там машина, смотрите. Там машины прям. Там машина. А что они там делают? Что-то машины делают вообще. Что они там делают? Откуда они там вообще появились? Ладно, упали. Все, 3, 2, 1.
получилось, ребята, мы с вами пережили эту катастрофу. С нами все хорошо. Я на первом месте. Ура, супер, круто. Вот реально, кислотный дождь — это такая довольно интересная катастрофа в этой игре. То есть в ней интересно вот выживать. Такс, что у нас еще есть? Тропический курорт. Давайте за него. Тропический курорт. Смотрите, ребята, тут, кажется, капибара вот. А, капибара! Капибара! Где это капибара? Капибара! 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 Я капибару видела. Эй, капибара. Где она? Вот, а, вот капибара вот это, да, вот капибара. Капибара, обалдеть. Так, забегаем в эту школу. Это же школа или что это? Это не школа, наверное. Нет, это не школа. Ну, в общем, в это здание забегаем. У меня есть 372 монетки уже. Найдите убежище и оставайтесь теплее. О, все, у нас что-то начнется опять. О, тепло, тепло. Вот у нас, смотрите, у нас есть такой датчик. Тепло вот у нас тут показывает, насколько тепло. А где теплее будет? На втором этаже, да? В смысле, как? Ладно. Тут у нас, в принципе-то... Тут что-то вообще не тепло. Убегаем отсюда, ребята. Вот здесь тепло, вот все, нам здесь тепло, нам здесь хорошо. Сидим здесь, тут прям тепло, прям реально тепло. Там снег, лютый ураган, наверное, пошел. Я вот не знаю, вот у меня в ноябре, у меня прям в начале ноября выпадал снег, прям все было в снегу. Ребята! 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 Нам всем трындец, походу. Ну, сейчас у меня весь снег растаял, я не знаю. Жалко, конечно, что он растаял, но ничего страшного. Вот зима наступит, вот тогда вот выпадет новый снег, все будет хорошо. Так, ребята, всем привет. А, вот, смотрите, тут костер есть. Опа, она тепло падает, тепло падает. А вот здесь нормально, в принципе, нормальненько так вот. Давайте здесь посидим тогда. А то что-то не хочется прям погибать, уже 13 секунд осталось до конца. А здесь прям реально тепло, прям тепло, прям теплотища. Очень тепло под лестницей сидеть, очень тепло. Очень тепло сидеть прям под лестницей, вот вообще. А! Нет, лучше туда не выбегать все-таки. Все, 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 конец катастрофы. И я на первом месте. Я на первом месте, снова ура. Так, теперь у меня есть денежки, чтобы можно купить какую-нибудь катастрофу. Предметы пока нам не хватает ни на один предмет. Давайте тогда купим, я не знаю, огонь давайте купим. Ну почему бы и нет, землетрясение, конечно, тоже интересно, но... Давайте купим тогда огонь купим. Все, в очереди огонь, супер. Если огонь, то что же нам как-то предпринять надо что-то? Где бы нам спрятаться? Наверное, нам надо залезть повыше. Может, я не знаю, давайте попробуем залезть повыше. Такс, 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 такс. Ты куда полетел? А! Полетел куда-то. Опа-на. Опа-на. Все, залезаем выше, выше. Ураган, найдите убежище и перейдите на более высокую землю. Все, есть, мы на высокой земле, в принципе. Хорошо. Сейчас мы залезем еще выше, постараемся вот быстрее бежим. Бежим с другими игроками, бежим. Все у нас хорошо. Замечательно, все. Смотрите, тут кнопочка какая-то есть, а если на нее нажать? А, ничего не будет? Ну ладно. О, вот тут еще... А! А! В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? Что происходит? Что происходит? Нас прям чуть не снесло. Обалдеть. А, тут лифт есть. Ну, а как его открыть? Как его открыть-то? Ну, алло, алло, открывайся, пожалуйста. Откройся. Откройся. Кто-нибудь, как его вызвать-то? Вот так, вот так. Не, он что-то не едет к нам. Ну, ладно. Мы так высоко, смотрите. Там уже прям все в тумане. А, вот мы еще выше забираться смогли. Ну, ладно, давайте тут потусим. В принципе-то тут безопасно. В чатике какую-то билиберду пишут. Ну, ладно. Откройся, пожалуйста. Да, пожалуйста, да, открой. Человек, что с тобой? Человек. А, ты призрак? Все понятно, все понятно. Хорошо. Я уже испугалась.
Как нам залезть в лифт? Ладно, уже нету толка в него залезать, в принципе, да. Ребята, я упала, у меня прям последнее, прям здоровье, прям последнее, все. Вот это прям, если бы я упала еще ниже, то это все бы конец был. Но мы выжили. У меня какое-то место? А, у меня первое место. Хорошо. Обалдеть, конечно. Прям упали. Вот прям я тоже так испугалась. Я думала, что все, конец. Давайте вот за это контейнерный двор. Контейнерный двор. Все, это должна быть интересная карта, наверное. Я вот на ней не играла. Выбранный дом с привидениями. А, да, мы здесь не были. Смотрите. Какая-то у нас катастрофа опять будет. Интересно, какая? Давайте залезем в этот домик. Ой, смотрите, я прям вот сюда, вот прям вот так вот залезла, все. Даже в дверь не пришлось заходить. Мы тут потусим просто, тут нам хорошо. Тут нам уютненько. Вот тут у нас окно есть какое-то. Да, тут много окон прям. Огонь, держитесь подальше от больших структур. Валим отсюда просто, бежим, бежим, ребята, бежим, 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 бежим. Бегаем, бегаем, огонь, все, все, валим. Валим отсюда, все, вот. Вот здесь посидим, нам здесь хорошо. Тут тоже огонь какой-то, но нам здесь не так уж и плохо. А он может здоровье отнимать? Нет, не может, все хорошо. Мы тут посидим, пока там. А что там вообще происходит? Ну пока. Пока! Пока! В смысле? Смотрите, все горит! Горит, все! Все, смотрите, здание горит! Здание горит! Смотрите, оно прямо сейчас вообще вот горит как. Представляете, если бы мы там остались, то все, это нам был трындец просто. Моментально оно сгорает. Оно просто моментально сгорает. Все, убегаем. Убегаем оттуда. Садимся сюда. И нам тут очень хорошо. Неплохо, в принципе. Нет, смотрите, оно уже почти сгорело. Осталась вот эта вот башенка. И все, оно сгорит дотла просто. Эх, такой красивый домик был, сгорел. Ну ладно, фиг с ним. Тут тоже начинает все гореть, в принципе-то. А нам огонь вот этот вот может наносить урон или не может? Допустим, забор. Нет, не может, кстати, не может. А почему? Просто реально не наносит никакого урона. Я не знаю, почему, почему-то. Так, мы на первом месте снова. Супер. У меня есть 456 монеток. Пока что мы их тратить, наверное, с вами не будем. Нам надо еще поднакопить. Выбираем вот эту вот карту. Заправка. Все хорошо, заправка у нас с вами будет. А, вот сюда мы можем, если мы погибли в раунде, мы сюда можем забегать и становиться вот таким образом еще призраком. Хорошо. Опа-на, заправочка. Смотрите, тут реальные машинки прям есть, стоят. А где их водитель? Странно, нету. Ну ладно. Так просто стоят и все. Тут у нас есть магазинчик. А, мы тут можем покупать. Это что, аптечка первой помощи? Это фонарик. А фонарик это зачем фонарик вообще нужен? Плюшевый медведь. Зачем нам этот плюшевый медведь? С ним таскаться неудобно будет. Огонь, держитесь подальше от больших структур. Все, убегаем. Вот здесь вот постоим. Все, мы поняли, что вот. Ай! Пацан! Пацан, ты чего в меня-то врезался? Алло. Пацан, не надо. Не надо, я хорошая. Все, не надо. А что-то пока ничего не горит. А, нет, уже горит, все. Вот, все, горит. Горит. А нам огонь почему-то реально урон не наносит. Горит, прям реально. И дерево горит, смотрите. Дерево горит! Дерево! Дерево, стой! Дерево убежало. Улетело наше дерево. Асфальт горит! А вот почему мне сейчас вот он наносит урон? А вот тогда не наносило, странно, ладно. Обалдеть, горит реально, асфальт горит. Он реально горит. Тут все горит! Тут все горит. Горячо, горячо, все. Обалдеть! Уже все сгорело почти, все. Все прям сгорело почти дотла уже, все. Обалдеть просто. Ай! Больно.
Все, смотрите, вот тут штуки еще, вот все. Тут все уже, все, огонь почти погас. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-ай. Все. У меня прям очень мало здоровья осталось, но мы все-таки с вами выжили. Эту катастрофу. Обалдеть. Тут реально прям все сгорело, все прям сгорело, прям дотла сгорело. Так, мне все равно дали бейдж. Пятая серия. Супер. Я на первом месте. Я выжила. Ура. Так, какие тут у нас еще скользкие склоны, древняя часовая башня, а тут что у нас? Аэропорт. Давайте за аэропорт. Загрузка карты, выбранный аэропорт. Все, ждем, когда мы запустим, когда мы заспавнимся. Все, аэропорт. Прикольная карта такая, смотрите, красивенькая такая, красивенькая, уютненькая. Что здесь у нас будет с вами? Интересно. Такс. Что у нас будет за катастрофа? Вот я не знаю. Ну, вряд ли огонь у нас уже был. Наверное, до лифта. Я хочу тебя... землетрясение. Держитесь под... Землетрясение, ребята. Ну, да. Убегаем отсюда. Убегаем, все. Валим отсюда. Просто бежим, бежим. Вот все трясется, прям все падает, трясется. Обалдеть просто. Ну ладно, мы в безопасности, мы тут просто постоим. Мы так бегаем, вот так вот странно, конечно, мы передвигаемся сейчас. Очень странно передвигаемся, ну ладно. Мы тут потусим, попрыгаем прям, вообще очень весело. На дерево давайте залезем, почему бы и нет от счастья на дерево не залезть. Эй, дерево, я на тебя залезть хочу от счастья уже, все. Все, я на дереве. Я упала с дерева, ладно, не лучший вариант. У меня 708 монеток. А, ура! Все, теперь мы тоже сможем еще одну катастрофу купить. Просто круто. Ай, я двигаться не могу. Я чуть не упала. Я и двигаться не могла, я чуть не упала. Все, плюс выживание, все. Вот прям у нас куча монеток. Все, мы сможем купить еще какую-нибудь годную катастрофу. Прям такую интересную. У нас все уже разрушилось. Прям вообще все разрушилось. Теперь нам осталось тут просто стоять уже 10 секунд. Просто все реально прям разрушилось. Вот был красивый аэропорт и все. И все, его нету. Все, от него вот это только осталось, и все, от него больше ничего не осталось. Хорошо. Мы выжили. Супер. Так, теперь мы сможем купить катастрофу. Катастрофу, вот. Давайте купим грозомолнии, цунами. Давайте купим, почему бы и нет. Цунами. Все. В очереди цунами. Все супер, мы купили цунами. Тропический курорт. Давайте вот за это проголосуем. Квартира Роблокс? В смысле? Штаб-квартира Роблокс! Смотрите! Вау! Офигеть! Красивенько. Красивенько, даже очень красивенько. Так, у нас цунами будет или другая катастрофа? Я просто это купила. Наверное, кто-то там быстрее купил. Может, и цунами будет. Опа-на! Смотрите, тут есть такой подвал, что ли? В смысле? В смысле, что происходит? Что происходит? Шаурма! Шаурма! Смотрите, ребята, торнадо, держитесь подальше от больших структур. Так, ребята, нам, пожалуй, пора валить. Это не цунами, это торнадо, и мы тут застряли. А, нет, мы не застряли, мы сейчас быстренько выберемся. А! Не надо! Стоп! Стоп! Просто! Просто что это сейчас было? Меня люто занесло так. Так, как мне отсюда спуститься-то? Не надо. Не надо. Я, ну, на стуле посижу, хорошо? Так, надо... А, не-не-не, я еще жить хочу вообще. Я еще жить хочу. Не надо. Я тут посижу. Все, мы сидим на этом замечательном кресле, стуле. И мы тут просто посидим, пока это торнадо не уйдет. А осталось 35 секунд, и оно уйдет, все. Если она стул, конечно, не будет трогать. Ну, вряд ли. Тебе зачем мой стул вот нужен? Вот зачем тебе мой стул? Действительно, зачем? Так, предметы. А, тут половина за робукса еще, да? Хорошо. Робуксов у меня не хватает. У меня только два робукса, и все.
15 секунд, и все. И все, мы пережили эту катастрофу все-таки. Мы смогли это сделать. Наверное, давайте еще, если в следующей катастрофе будет цунами. Все, мы выжили. И следующая катастрофа у нас цунами, да? Цунами, да? Цунами, я же покупала там. Все. Голосуем, что это за парк. Парк трейлеров. Ну ладно, пофиг, как называется. И теперь-то у нас точно должно быть цунами, я же покупала. Ага, все хорошо. Сейчас подождем, что за катастрофа будет. Ну, цунами тут получится, конечно, провернуть. Ой, смотрите, какой уютный домик. Давайте тут посидим. А мы посидеть не можем, ну и ладно. И тут мы посидеть не можем. А почему мы посидеть-то не можем? Ну ладно. Ну ладно, просто тут побегаем. Я с киноигрока испугалась. Все хорошо. Где цунами мое? Где цунами? Цунами, быстрее идите на более высокую землю. Все? Замечательно, супер. Цунами, наконец-то. Не зря покупала, бежим туда. Ой, трындец нам сейчас, ребята. Ой, трындец. Сюда? Залезаем быстрее. Мы успеем, мы успеем, мы успеем. Да давай, пацан, ну залезай дальше, ну алло. Народ! Народ! Так, ладно, там застряли все. Давайте здесь попробуем. Есть, все, мы сюда смогли залезть, и нам теперь тут безопасно. Мы, конечно, чуть не упали, но ладно, все хорошо. Ой, что у нас там происходит? А-а-а! Смотрите! Вот это цунами, конечно, прям. А почему она эту вышку-то не снесло? Оно же должно было как-то пошатнуть ее даже. Или нет? Ну ладно. А еще другое будет цунами, еще? Или все? А что нам тут 15 секунд-то еще торчать-то тогда? Зачем? Все, закончилось цунами-то. Все. Все. А как этот игрок свободно летает? Как ты летаешь так свободно-то, я не понимаю. Все. Все, мы пережили эту катастрофу. У нас получилось с вами. Ну что ж, а на этом у меня все. Всем пока и до скорых встреч.